Вот такой вот римский дворик, где во дворе жилого дома мы обнаружили по дороге в Ватикан. Какие растения в катках, пальмы экзотические. И вот такая композиция посреди двора. Ничего, ходи. Ой, как красиво. Фикусы наши, те, что у нас дома растут, здесь растут на улицах. Как красиво. Видите? Олеандры в катках. Монстера, пальмы всевозможные. Ну, вот тут вот такой. Такая красота. Теплая зима здесь тоже. Потому что тут же тоже бывают снега. Определенные года было. На окнах ставни. У нас тоже в отеле ставни на окнах. Вот так вот живут римляне. Такие балконы позелененные часто мы видим. И подъезды. Скала A, B, C, D. Мы наблюдали. Друзья, вот мы пришли по улице через Пьяцца дель Пополо, через мост, через Тибр перешли и шли по прямой, дошли до площади Рисорджименто и до угла Ватикана. И вот такой значок музея Ватикана. То, куда нам нужно, куда у нас были заказаны билеты через интернет на определенное время. Здесь уже нас атакуют гиды на русском, на ломаном русском и предлагают вход, естественно, за дополнительную плату. Но мы люди подготовленные, билеты у нас есть, и мы спокойно идем к входу, где мы будем проходить осмотр. К этим билетам нужны были паспорта, взяли паспорта, нас проверят службы безопасности. И на 11:30 наше время, по которому мы зайдем на территорию Ватикана и пойдем по музеям. И финальный аккорд это будет Сикстинская капелла. Вот. Ну а вот площадь Рисорджименто на карте. Такая римская площадь. Вот. И мы идем вдоль стен Ватикана к проходной к музею. Вот уже подошли ближе к музею Ватикана. Сейчас будем доставать наши билеты распечатанные, паспорта и разбираться, куда нам идти, потому что у нас билет на время. И над стенами пинии средиземноморские, красивые сосны. Опа. Вот мы миновали проходные Ватикана, билетные кассы. Наши билеты нужно принести, распечатки в билетную кассу. Там дают билет картонный с штрих-кодом. Вот такой вот. Это нужно получить в билетной кассе и уже проходить на территорию музея Ватикана. Здесь дается карта, мы плюс гид купили, и сейчас будем гулять и смотреть, куда нам идти, какую коллекцию, что, зачем. Солнышко какое. О, давайте посмотрим сады внизу. И мандариновые деревья. Вон они. Мандариновые деревья в катках.
Как красиво. Плитка керамическая, красивая, с листочками, цветная. Ой, вот это очень красивый вид на сады. И купол собора Святого Петра. Такая Мадонна. Здесь мы внутри пинакотеки Ватикана. Духовная тематика. Алтари. А это художник Вензель Петер. Вот у него картины с животными. И сейчас покажу быстро «Адам и Ева в райском саду». Очень красивая картина. Ой, это мы вышли уже на выход, на вход и выход Микеланджело, снятие с креста. Да, идем, идем. Да что ты? Ну ради бога. Вот это мы ходим по Ватикану. Галереи. Вышли из египетской галереи. Сейчас здесь Брацо Нуово. Чарамонти. Музей Чарамонти. Это уже Рим, Греция. Такие скульптуры. Ну, красиво впечатляет вот в этом своем, как говорится, многообразии. Здесь описание каждым. Вот. Патриции римские, их дамы в таких прическах. Мне нравятся их прически, Ира. Прически римских патрициев. Вот такая галерея интересная. О, идем. Это собачка или лев? Нет, это лев. Наверное, это не собачка. Да. Впечатляет, впечатляет галерея.
Вот еще зал со скульптурой. Братца нового. Потолки в галереях. Светло за счет окон. И очень красиво это все воспринимается. Камера, конечно, не передает красоту. Но ты просто тут в концентрированном историческом таком пространстве находишься. Какие лица. Колонны мраморные. Вот здесь. Сейчас подойдем ближе. Нил, скульптура Нила. Вот, питающего все вокруг. Вот и колосья хлебные, и крокодилы, люди. Вот это очень красиво. Мы уже там одну сфотографировали, скульптуру мраморную. Вид замученный. Это оникс, наверное. Портрет мужчины. Но обратите внимание, как черты лица переданы. Очень, очень такая работа тонкая. Это купальные. Это у них ванны такие были. Вот такой внутренний дворик. Мандаринчики висят, вон они. Монетки бросают, но может тоже бросим. Как тепло в помещениях. Мы разделись, а тут улица, хочется набросить что-то на плечи. Потому что все-таки январь месяц. Идем еще в ванны посмотрим их. Купальни. Прелесть. Хочется мандаринчик сорвать, но не будем. Такие ванны. Скульптуры с животными. Тут и поросята, и козлята. Вот
козлик какой или козочка. Вот. Ну, закрыто почему-то. Канатом нельзя зайти осмотреть. Вон собаки мои любимые. Ой, вон они. Вон одна, другое ушко лижет, собака гончая. А вон, видно, Диана охотница. Вон она. Ой, как я вижу. Вот олень. Где ж моя Ира? Вон, я ее вижу. Сала. Музей папы Климента. Вот это мы здесь сейчас. Ну, тут музей за музеем. Кто это у нас тут? Сейчас подойдем. Кто здесь? Начиная с 16 века, это Микеле Анджело, Рафаэль, Джан Лоренцо, Бернини, Бармини. Как правильно сказать, через это? Смотрите, как каждая мышца в мраморе отражена, изгибы тела. Это уж не глина, это мрамор, так передать. О, купол какой, смотрите, ой, какой купол. Чаша посередине, вон какая. Угу. Зал ротонда. Да. Мужчина какой колоритный. Жалко, что не было доступа в зал с животными. Там настолько оно четко, каждый изгиб тела. И они такие динамичные скульптуры были. Но почему-то закрыто. Вот что здесь? У нас мозаика. Тема. И саркофаги каменные какие-то. Нет, может, это не саркофаги. Ира, это саркофаги? Саркофаг? Саркофаг, да. О боже, святой Елены саркофаг. Если верить написанному. И вот такие львы подножия, да. Вот опять сфинксы в Риме. Колесницы с лошадьми. Собачки. Канделарди какая-то галерея. Мира. А туда? А потом туда. Ну пошли. А туда никто не идет. А туда выходить.
А, вон я вижу. Это русская. А, ну тут с горшками вот я вижу. Здесь у нас пошла древняя посуда. И вот такая колесница. Вот она. На чем они ездили. Видите? Это вот для любителей золотых украшений. Это золото. Вот что люди носили в то время, видите? Не то, что мы сейчас. Дорого, богато. И вот тоже украшения. И потолок в этом зале. Ира, мы выходим или туда? Дальше идем. Следующая галерея. Это она вся какими-то... Господи, это что, ее груди или что это? Всех питающие. Кошмар какой-то. Каких-то оленей. Я говорю, посмертные маски лучше бывали. Это что у нас? Ну, красивые сами галереи, потолки с росписью. Ну и, конечно, вот эта вся скульптура. Есть особо с тонкой работы. Это были скульптуры и на саркофагах в том числе. Украшали свои последние прибежища. Ой, а это у нас какое-то древо. Такая вот мозаика и падающая звезда. О, вот это очень интересная галерея. Картами географическими. Во-первых, вот как она. Какие потолки. Это ж карты старинные. Как что распространялось. Какие были территории, чьи, кому они подчинялись. Вон города нанесены. Ну, это очень впечатляет, конечно. Я вот таких не видела никогда. Такие карты. Это тиранская мода или какое? Тирен. Мары. Сардиния, вот, пожалуйста, карта Сардинии. А то была карта Сицилии, вот только мы прошли. Видите, как местность, все расписано, где что. Аквилла какая-то. Апровито. А и сверху написано, вон, я не сразу заметила. Сардиния,
там Корсика пошла. Вот она. Интересно, слушайте. И красиво, как это. Оно же, наверное, и соответствовало действительности. Да. Впечатляет. Очень и очень. И сюжеты на эту тему на стенах. И вот такое вот сооружение, как какое-то бюро с церковными книгами под стеклом. Сверху Дева Мария. Моя Ира. Станция Рафаэля. Это туда.